Итак, мы сегодня мы настроим BIOS на ваш компьютер. А, не могу видеть, не запускается компьютер. Так, для этого у нас нам какая кнопочка? Reset. Так, жмем кнопочка Delete. Delete. Видишь, кнопочка работает. Так, для начала надо кнопку Delete. Нормально. Так, кнопка Delete. Intel Server Run, вот BIOS. Сейчас он загружается компьютер. Так, сначала я хочу восстанавливать. Хочу изменять дату. Так, видите, смотрим. Так, для этого компьютер. Так, смекаю Enter. Видишь, он будет работать сейчас. Компьютер. А вот с CD-ROM. Так, оставляю. Отклонцы биосиатуров. Так, оставлю. Так, флоппи. Так, на эфир будет девайс. Так, флоппи. Кардиск, сетап. И фейбрит. 32 мегабайт. Не надо. Так, мы сейчас нажимаем кнопочку. Вот. Видите, вот, на материнском плате гигабайт, старая материнская плата, очень сильный, компьютер в ней пикает, мощно работает. Так, он Board One Boot ROM, так, Enabled, так, видите, компьютер будет, я хочу настраивать. А, да, согласна. Все, сохраняем настройку. Для начала я поставлю, я буду устанавливать Windows 2000. Сейчас поставлю диск. Диск. Так. Давай. Все. Another Star. Вот. 22 мегабайт. Сейчас загружается. Программа установки, проверка конфигурации оборудования. Все, на этом настройки BIOS-а на ваш компьютер. На этом все. Удачи, дела. До встречи. Увидимся в следующем видео.
До свидания.